Доброе утро, Ирина и Алексей. Доброе утро, калининградцы. Я нахожусь в редакции крупнейшего регионального интернет-портала klops.ru. И сейчас я познакомлю вас с самыми актуальными новостями Калининградской области. Строительство второй очереди рыбной деревни в Калининграде начнется весной 2017 года. По словам в РИО вице-губернатора Гарри Гольдмана, это произойдет уже в марте к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Калининграде в 2018 году. В рыбной деревне планируется построить набережную, гостиницу и благоустроить прилегающую территорию. На улице Коломенской в Калининграде произошел крупный пожар. Автомобили Land Cruiser 200, BMW X5, Lexus сгорели полностью. У BMW 5 и Mercedes выгорели моторные отсеки. В автомобиле Volkswagen Transporter оплавился бампер. На тушении огня работали 14 человек. Использовались 3 единицы техники. Обошлось без пострадавших. Живущие в зоопарке звери получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Наряженные в праздничные костюмы сотрудники вручали питомцам угощения. Верблюдам дали редкое лакомство – много сухарей, которые они очень любят, но не часто получают. Сивуча Кима накормили селедкой, салакой и кальмарами. Медведи получили в подарок, конечно, мед, а также варенье, яблоки и морковку. Колобусов Дед Мороз и Снегурочку угостили фруктами, петрушкой, салатом и вареным рисом, который этим обезьянам особенно нравится. Жирафы тоже получили фрукты, а также сосновые веточки. Спасибо за внимание. С вами была Анна Новицкая из редакции крупнейшего регионального портала klops.ru. Увидимся через некоторое время.